По подозрению в получении взятки задержан врач Фурмановской центральной районной больницы. По версии следствия, пациент передал ему 2000 рублей за фиктивный больничный лист. Сейчас по делу ведется следствие. Известно, что доктор проработал в больнице около 20 лет и характеризовался хорошо. Следствием установлено, что медик пытался скрыть свое преступление. Денежные средства он получил от пациента весьма необычным способом. Деньги не были переданы в кабинете из рук в руку, а по указанию врача они были переведены на счет мобильного телефона. То есть потом, когда пришел с подтверждением вот этого перевода, но я думаю, врач, который пользовался этим телефоном, уже знал о том, что деньги переведены, предоставил этот счет, и после предоставления этого счета человеку были выписаны соответствующие документы, которые установлены в лечебных учреждениях, медицинских учреждениях, дающие право на получение, оформление вот этого листа нетрудоспособности.